Самара готовится к фестивалю набережных. 4 и 5 июня в городе пройдет одно из самых ярких событий лета – «Волгафест». Организаторы обещают гостям праздника не минуты свободного времени. Двухдневная программа разделена на 7 блоков. Среди них впечатления, семья, прогулки, знания, спорт, путешествия и, конечно же, «Волга». От концертов, открытых мастер-классов и выставок до спортивных состязаний и парада маломерных судов. Фестиваль межрегиональный, реализуется при поддержке областного правительства. Цель – изменить подход к организации городского пространства и организации досуга жителей и гостей города. «Волгафест» – событие семейное, вне зависимости от возраста, найти себе развлечение и узнать о чем-то новом сможет каждый. Кроме того, в этом году фестиваль претендует на звание международного, в программе выступления артистов из Китая.